Здравствуйте, дорогие друзья! Рады приветствовать всех на нашем канале. И сегодня у нас воскресенье, 31 марта, день выборов. Видите, все украшено. Мы пойдем чуть позже, да? Во флагах вот этих вот символики все. Скорее всего, что стоим мы возле ДКТ, и тут, наверное, избирательный участок. Да, да, да. Потому что люди постоянно идут и идут. Вот. И находимся мы на Перекупской. Вот. Возле Дома культуры текстильщиков. Видите, напротив у нас парк. Растут платаны красивые. Пока еще, конечно, не зелено, март месяц. Но скоро, очень скоро у нас уже будет тепло. Вернее, я вам хочу сказать, ребята, сегодня очень тепло. Прям такая весенняя, осенняя. Больше 15 градусов, наверное. Солнце припекает. Вот, смотрите, домик такой красивый. Так, ребята, стоим возле памятника Маргелову. ВДВшникам привет. Да, ВДВшникам привет. Это как отец десантников. Памятник у нас установлен не очень давно. Ну, еще до всех событий. Слава Богу. Еще не хватило ума снести. А с небосклона бесшумно дождем падает. Вон снова упал, и я загадал выйти живым из боя. Василий Филиппович. Так свою жизнь я поспешно. Здесь плохо видно. Вот благодарных херсонцев. Потому что, насколько я помню, Василий Филиппович участвовал в освобождении Херсона. Вот. Спасибо вам, Василий Филиппович, за наше счастливое детство. Небо свалилась шальная звезда прямо под сердце. Недавно у нас 13 марта был день освобождения Херсонщины. Я так думаю, что, видимо, цветы, наверное, с тех пор еще лежат. Потому что сухие. Вон покатилась вторая звезда вам на погоны. Вон покатилась вторая звезда вам на погоны. Звезды тих в небе, как рыбы в прудах, хватит на всех с лихвой. Если б не насмерть ходил бы тогда тоже героем. Если б не насмерть ходил бы тогда тоже героем. Я бы звезду эту сыну отдал просто на память.
падает звезда, некуда падать. В небе висит, пропадает звезда, некуда падать. Мне этот бой не забыть нипочем, смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды. С небосклона бесшумным дождем падали звезды. Ребята, не знаю, видно вам или нет, но лестницу что-то повело. Перекособочило ее. Видимо, или подмывало, или что. Эта лестница вот с этой стороны подниматься вот к ДКТ. Кто-то помнит ее? В свое время, конечно, тут, скорее всего, что молодежь. Вот ДКТ стоит торцом. И вот так мы зашли сюда. Да, скорее всего, что она аварийная. Видите, даже дерево положили. Как аварийная? Она не аварийная, ходить можно. Ну положили вон дерево, как или оно выросло там. Выросло дерево. Куда он ложит дерево? Оно выросло. Вообще разбитое. Не ухаживает за этим. Да, разбитое все. Ребята, так птички поют. Вообще. Ага. Птицы. Может, услышат? Услышат. Птицы поют, да. Так видите? Ты не тюренька, их не послушай. Хочу тебе сказать, пчелы же. Да, слышу. Вот, видите, ага, тут такие деревья вековые. Сенька нашел себе там шоу нюхать. Смотрите, какое дерево красивое. Старое. А вот липа растет. Огромная просто. Старая-старая. Алена сероглазая, ты сказки мне, Аленушка, рассказывай, рассказывай, одним движением ресниц расскажет мне Алена о стаях перелетных птиц под небом побеленным. Над озером рябины качаются, качаются, а песни для любимых поются, не кончаются. Со лба откинул
снов прядь волос, без слов поет Алена. Ребята, весна уже прям мчится семимильными шагами. Смотрите, Николай Иванович разделся. И в меди жарко на умной руки я вижу изумленно течение плавной реки. А ты, гаденыш, не кусайся, смотрит, лишь бы кого-то укусить. Над озером рябины качаются, качаются. Сынка у нас приболевшая сегодня. И песни для любимых. А тут где-то к воде можно спуститься?